14,6. Это хорошая оценка. Высокая оценка. Да. Оценка дисциплиновой категории 14,6 балла. Дальше Алена Глотова. Вольное упражнение выполняет Глотова Алена, Российская Федерация. Высокая акробатика, высокие прыжки. Судьям придраться не к чему. Можно просто наслаждаться. Но нам да, а судьи должны работать. Назад, опять же говорю, вот нога на ногу ложится, вот это будут сбавки. Вот здесь остановочка, тоже, я думаю, судьи все это снимут. Упражнение на брусьях. Упражнение но все равно, хорошо сделал. Республика Беларусь. Ну, опять же, визуально кажется, что похуже Листуновой, да? Нет, конечно. И мне тоже так кажется, что похуже Листуновой. Листуновой по акробатике будет получше. И по прыжкам, и по поворотам. Здесь все-таки ее немножко там на повороте пошатало. Уровня 13 будет оценка у нее? Я думаю, даже 14. Да. В целом все неплохо. Сейчас узнаем результат. Какая же итоговая оценка будет у Алены Глотовой? 13 866. Да? В районе 14. 14.